Gates. Ты проснешься на рассвете, увидишь, где были дети. Главное, чтобы были на свете, где яйца. Всем привет! Сегодня суббота, 15 апреля, а значит завтра восхитительный, светлый и хоть и религиозный праздник Пасхи. А это значит, что все будут красить яичишки, стучаться ими и веселиться. И ведь никто не подумал в этот день об Олеге Ильичеве. А что Олег? Что он будет красить? Поэтому я попробую передать ему яйцо. Хотя бы куриное. И заодно мы проверим знаменитую теорию шести рукопожатий. А в нашем случае шести яйцепожамканий. Аня, передай в сторону Ильичева. Яйцо. Довольно-таки крутое. Передайте для Олега, ребята. Лично для него. О! Блин, женщина, ты что творишь? Фу, поймал. Запороли два яйцепожамкания. Надо придумать что-то другое. Манта, слышь? Или чего, передай, только не заморозь его по дороге, ладно? Да. Блин. Алло, Стас? Алло? Можешь куда-нибудь яйцо в сторону Ильичева передать? Да, без проблем. Что, Стас, кто звонил? Не знаю, кто просил Ильичева передать. Ильичев? Лови! Ильичев, лови! Теперь покрасить. Остался я.